Приветствую всех зрителей канала Fornax Film. Вновь мы продолжаем свой обзор выставки «Салон каминов 2021». И мы находимся на самом большом центральном стенде. Компания Gefest, очень амбициозная компания, с большим количеством разнообразных чугунных печей. И в этом году я попрошу Александра вновь провести для меня небольшой анонс по их продукции и рассказать, что же появилось нового и что нас ждет в этом году. Александр, давайте начнем. С чего посоветуете начать? Может быть, с обзора ваших классических печей? Что самое продаваемое, самое интересное? Я вкратце, да, сейчас расскажу, какая у нас линейка и какие изменения вот в этом году относительно предыдущего, да, что мы за год успели нового сделать, что сейчас планируем. Так, ну, по порядку, ну, не совсем по порядку, а там уж с чем мы рядом находимся, то и покажем, да. Это у нас стоит здесь, на этой линии, разрезы печей, чтобы можно посмотреть внутренности, чем они отличаются. Это представитель линейки «Гром». Это самые мощные, самые тяжелые наши печи, которые можно даже в коммерческой эксплуатации использовать. На это гарантия не дается. Здесь самая теплоемкая каменка, самый большой запас по теплу и самый большой запас прочности этих печей. Принцип, как и у всех наших печей для получения легкого мелкодисперсного пара, это прямой нагрев пароиспарителя, которым является каменка. То есть свод всех наших печей – это большой массив чугуна, который мы нагреваем прямым огнем, и с этой же детали мы получаем пар. Этим мы приближаемся по качеству пара вот кирпичной печи, чтобы создавать именно для русской бани. Это «Гром 30» был разрезан. В следующей печи переходим. Это самая наша новая линейка «Авангард». Да, в прошлом году мы показали концепт, примерно как будет выглядеть печь. В этом году мы уже приблизились к серийной печи. Что мы сделали нового, прям сразу же на ней покажу. Вот, смотрим мы сейчас на дверь. Такой дверцы мы еще не делали по такому принципу никогда. Первую ее получила «Авангард», как наша модель, на которой мы все-все-все новинки. Ну и идет, да. Нижний поддув, большая диагональ, удобная ручка, и верхний поддув с защитой от выхода дыма, от выбросов. То есть вы видите, здесь заподлицо все сделано, нет никаких щелей, воздух выходит сразу по стеклу, прямо вдоль стекла он выходит и уходит в топку. То есть там канал, по сути, получается. Да, там канал внутренне скрытый, регулируется открыть, закрыть жалюзи, и обдувается он прям четко по стеклу. Интересное решение. А получается, уплотнительный шнур вы перенесли на... Он всегда здесь и был, как и на всех наших дверцах. Ну да, он здесь на портале, не на самой дверце, а на портале. И также шнур проложен между стеклом и самой дверцей. Вот, и если мы с другой стороны заглянем в печь, мы увидим тоже ее все внутренности. Здесь видно особенность, принципа этой печи. Это круглая форма, возможность поворачивать каменку для смещения дымохода, либо чтобы... дверца каменки находилась с той стороны, где человеку удобно, там, со стороны полков, например, либо с другой Отлично. Стороны. Отлично. Вот этот вопрос был как раз открытый. Зачем нужна вот такая конструкция округлая, а здесь она просто дает небывалый маневр в плане удобства именно расположения органов управления и дымохода. То есть можно, это полнейшая кастомизация, да, можно сделать какую угодно конфигурацию, с любой стороны подойти к печи и с любой стороны ее подключить. Очень здорово, очень. И чтобы при смещении каменки, да, у нас будет смещаться дымоход, соответственно, чтобы не сделать ее как бы прямоточной печью, пламегаситель, который имеет глухую часть только под дымоходом, с других трех сторон у него остаются, ну, как бы проходы для пламени. Пламегаситель также движется вслед за каменкой, всегда глухая часть будет находиться под дымоходом. Независимо от того, как повернута печь, как повернута вот этот модуль с крышкой каменки, как повернут модуль с выходом дымохода, печь будет работать одинаково эффективно. Да, КПД у нее будет одинаково, не будет никаких падений, никаких отрицательных эффектов. Подача воздуха для дожига под каменку находится с двух сторон. Тоже воздух берется из-под колосниковой камеры, подается сразу под каменку для повышения температуры горения. И очень динамичная каменка. Вот эти вот места, воронки, углубления, они создают выступы внутри, да, пламя, когда возвращается обратно к дымоходу, оно не может идти прямо, его приходится делать лабиринт между вот этими углублениями, воронками. И это самое быстро нагреваемое место. То есть со всех сторон пламя вот этот выступ нагревает,
А воду мы можем подавать вот в эти воронки, попадая. То есть прям внутрь чугунной отливки, которая внутри топки находится. То есть мало того, что вы пытаетесь запутать максимально дым, чтобы он, прежде чем улететь в трубу, попутешествовал, отдал свое тепло. Попутешествовал, лучше смешался с дополнительным кислородом. Да, и еще в эти перегретые элементы вы можете еще подать воду для того, чтобы получить вообще залповый выхлоп пара. Да, с самого-самого горячего места будет получаться пар и очень быстро нагревается, да, в отличие от всех наших стальных печей, они тоже быстро нагреваются, так как это чугунный массив прямо вот на пламени находится. Здесь это еще более быстро, потому что небольшая, относительно небольшая толщина, но масса всей этой каменки, она 65 килограмм. Вот эта вот деталь, кажется, небольшая, это 65 килограмм, которые вот нагреваются очень-очень горячим пламенем. Печь поставляется модульно? Печь, она сама по себе модульная, да, пока комплектации нету, мы можем только предложить пока наращивание колец. Mm-hmm. Это вот когда она сейчас в продаже уже стартанет, она сразу будет с такими кольцами, потом у нас есть еще там мысли, какие мы будем дорабатывать. Но печь будем будет внимательно следить улучшаться за информацией. И что мы сделали, здесь тоже виден разрез на печи в целом, я поподробнее покажу. Мы сделали закрытую каменку, закрытие, две воронки для подачи воды на самую нижнюю часть и на среднюю часть. Из двух воронок. А дверца имеет будет клапан, то есть можно его оставить в открытом виде, поддавать воронки, пар будет выходить отсюда. То есть одно движение, один подход печи, подача ковшиков, получаем пар. Вот. Ну и, соответственно, дверца открывается, можно залпово подавать большим количеством воды. Это посмотрели самую новейшую нашу печь. А вот здесь стоит наша рабочая лошадка, самая мейнстримовая печь. Хорошо себя зарекомендовала, уже много лет мы довели до совершенства, здесь мы менять ничего не планируем. Это наша классическая конструкция печи Гефеста от 18 до 45 кубов модели, все они есть, все присутствуют. Мощная каменка, оснащение шипами каменки, чтобы она энергично набирала температуру. Также эти шипы, они запутывают пламя, помогает лучше смешать с дополнительным кислородом. Все, обогрев с 5 сторон, очень качественный пар. Потому что здесь температура получается также не маленькая. Но несмотря на то, что конструкцию вы уже эту считаете классической своей, ну, для нас, да. Вы все равно вносите некоторые элементы новизны. Появился у вас в ассортименте теплообменник, который встраивается в печень. Да, нас очень всегда просили более печи делать универсальным, чтобы можно было греть воду. Сейчас теплообменники есть для всей линейки «Гроза», это модели 18-24. На Гефестах есть на 18, 25, 30 модели и Гром 30 младшая линейка также получила теплообменник приставной, который не на трубу надевается, а именно на боковой стенке. Какие элементы еще претерпели изменения, знаковые элементы для конструкции печей? Или все... Именно в Гефест ЗК? Ну да, либо в Гефесте, либо в Грозе-то ничего не поменялось. В Грозе особо ничего, да, не поменялось, тоже законченный уже вариант печи. А в Гефестах, ну, наверное, уже видели, это внутренние шипы. То есть внутренние стенки добавили шипы. Это для ускорения передачи на массив толстые стенки. Наружные ребра для передачи уже в саму парную для нагрева воздуха. То есть подинамичнее, чтобы был нагрев воздуха. Дрова, которые находятся вплотную к стенке, они все равно могут гореть, так как остаются проходы между, ну, поленом и стенкой боковой. Наружные ребра, сказал, подача воздуха под каменку, оснащение шипами каменки. Их стало здесь больше намного, чем в предыдущих моделях. Пламя-гаситель остался составной на старших моделей. Сейчас перед нами это Гефест Закат 40. Вот на моделях 40-45 и на моделях Гром 50 и 80. Там пламя-гаситель составной. На всех остальных моделях у нас пламя-гаситель цельный. Составной пламя-гаситель можно разбирать по частям, менять. А цельный пламя-гаситель для возможности чистки дымохода, он сдвигается к цельной стенке на всех наших моделей. Александр, спасибо большое. Очень интересная новинка. Желаю успехов в продвижении, в продаже этой печи. Ну и нам остается только ждать, когда она появится у вас в свободной продаже, для того, чтобы и наши покупатели магазинов Farnax тоже могли ее заказать. Ну, с вами я прощаюсь, друзья. До новых встреч. Счастливо. До свидания.